Калибри Арт представляет. Ой, я только с озера выбралась. Я с рыбками плавала. Теперь наплавалась, вышла на сушу. Ой, даже тут можно немножко полежать, позагорать, посушить свой хвостик. Вот он мне какой хвостик. Ой, интересно, что это такое? Даже не знаю. Русалочка, ты куда? Ты что? Сейчас как начнет крутить пропеллер? Да, надо быть очень осторожной. Ой, он включился, он меня затягивает. Ой, сейчас туда попаду. Я держу тебя. Сейчас. Жираф, выключи, попробуй выключить. Так, ну сейчас. Сейчас я попробую выключать. Ой. Это тумблер. Все, я выключил. Ой, фу, друзья. Я думала, что я прям в него попаду, в этот вентилятор. А что ты тут вообще делаешь, русалочка? Ты же должна быть в море, или в речке, или в озере. Ты плавать должна. Понимаете, я всегда хотела на сушу. Посмотреть, как живут другие. Как люди живут. Как животные. Да, но ты много чего не знаешь. Тут много опасностей. Ой, интересно, а что вот это? Сейчас потяну. Ой, свет засветился. Класс. Я включила свет. Я тебя поглажу, Левчик. Русалочка, погоди. Я по перилам еду. Так прикольно спускаться. Ой, что-то я проголодалась. А здесь хорошо, на веранде. Да, здесь хорошо, но ветер сильный. Хочешь банан, русалочка? Ой, а что такое банан? Я никогда не пробовала банан. Я всегда кушала водоросли. Да, тут сильный ветер. Идемте спрячемся от этого сильного ветра и покушаем в зале. Ну что же, где же ваш банан? Я буду пробовать. Держи. Ням-ням-ням-ням-ням. Вкусный ваш банан. Мне очень нравится, он такой сладкий. Ням-ням-ням-ням-ням. Все, я все съела. Весь целый банан съела. Такая маленькая русалочка, а такой аппетит. Ой, что-то мне нехорошо. Мне, наверное, надо идти в озеро. Я же все-таки русалка. Я долго на суше не могу находиться. Но до озера далеко. Что же мне делать? Мы тебе сейчас поможем. Вот, мы тебе набираем водичку. Давай, русалочка, залазь в воду, быстрее. Ой, спасибо, друзья мои. Ой, водичка. Моя водичка. Ой, ну так уже намного лучше. Вот мой хвостик по водичке хлюпает. Хлюп. Ой, аж легче стало. Ой, спасибо, друзья мои, вы меня спасли. Но мне надо возвращаться в свое озеро. А вы подписывайтесь на наш канал Калибри Арт и ставьте лайк. Ой, какие тюльпанчики. Не сидится мне в воде. Так хочется на сушу постоянно. Ой, аромат. Вот дерево. Его дерево какое-то интересное. Ой, какие шарики. Класс. Прям как волшебные какие-то шарики. Может, это волшебный шарик? Сейчас загадаю желание. Я хочу оказаться в долине цветов. Вот я оказалась в цветах. Класс. Ой, можно полежать на цветочках. Ой, как пахнет. А вот еще такие ярко-розовые. Класс. Такой аромат, прям как мои волосы цвет. Русалочка, а почему ты не в озере? Мне стало очень интересно, тут такие красивые цветы, так пахнут. Ну а как ты себя чувствуешь? Пока хорошо, но скоро мне нужно будет вернуться в озеро. Только как мне это сделать, я теперь не знаю. Но мы, щенячий патруль, постараемся тебе помочь в этом. Но я очень хочу пить. Сейчас. Я знаю, сейчас налью тебе водички. Вот, держи, русалочка, пей.
Спасибо, щенячий патруль. А я лучшее решение придумал. Пока мы до озера дойдем, это очень далеко. А тут есть бассейн. Бассейн для меня? Вау! Прыгай, русалочка, искупаешься. И прыг! Какая водичка! Так, так освежает хорошо. И вот мой хвостик купается. Щенячий патруль хорошо придумал. Прыг! Я плыву! Плыву, 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 плыву! Красота! Спасибо, щенячий патруль, вы меня спасли. Я набралась немножко сил. Я тебе сейчас еще напитка принесу. Вот, русалочка, напиток. А я для нашей русалочки кексик вкусненький. С клубничкой сверху. Ой, друзья, спасибо вам большое. Я такая рада, я такая счастливая. Попью напитка. Ммм, вкусно. Ой, класс, какое красивое пирожное. Просто супер. Наверное, и вкусное. Сейчас попробую. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. И клубничку. Ам. Ням-ням-ням-ням-ням. Ам. Как вкусно. Спасибо. Я и поплавала, и накушалась. Спасибо, щенячий патруль. А вы подписывайтесь на наш канал Колибри Арт. И ставьте лайк. Пока-пока.